Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ежик, с вами Дмитрий, и сегодня у нас неожиданно вдруг опять очередная демо-версия игры. Игры, которая выйдет уже совсем скоро. Dead and Ending. Так она вроде бы называется. Ну и что нас там ждет? Очередной зомби-апокалипсис. И вот эти замечательные персонажи, которые сейчас идут, наверное, выстраиваются в очередь за очередным выживальщиком. Ну а кто это будет? Ну, конечно же, мы. Только настроим его. А вот так пускай будет, в оранжевой маечке и в шортиках. Да? Почему бы нет? Можно, конечно, полистать и посмотреть. Ну, тут разные есть, замечательные прям людишки. Даже какие-то бойцы. Ну, в респираторах, наверное, будет тяжело бегать. Я думаю, что-нибудь вот так полегче. Вот так. Только бровки как бы не такие суровые бы подобрать. Ну, может быть, этого невозможно делать? Возможно. Возможно, невозможно, не знаю. А давай вот так вот. Работяга. Работал на кране, на стройке, и вдруг бабах, зомби-апокалипсис. И покатилось, понеслось. Пускай будет он. Играть. Как-то темновато, мне кажется. Ну, может, просто вечер. Солнце садится. Люди садятся ужинать. Улицы опустели. А мы несемся на поезде. С работы. Даже перчатки не успели снять. Всегда готовы к работе. И вот она, похоже, первая жертва нашего зомби-апокалипсиса. Dead and Ending. Ну, это демо-версия, да, поэтому, может быть, что-то еще настроят и удивят. Ну, а это наш персонаж. Найдите безопасное место, расстояние 36 метров, оружие, материалы, инструменты скрыты по всему городу, используйте это для перемещения. Голод, энергия, у нас здоровье есть и множество клеточек для необходимых предметов. Ну что ж, мы где-то здесь. Поезд просто вдребезги, но главное, что мы живы. А это значит, что это хороший знак. У нас много шансов для выживания. Грибы надо собирать? Как же ты замечательно можешь поворачиваться. Смотрите-ка. Он просто корпус на 180 градусов поворачивает. Это хорошо, это пригодится нам. Это зомби. А я все по грибы. Это зомби, нужно искать безопасное место, но на расстоянии почти рядом. Похоже, вот оно. Заберите все, что можете. Тоже брат-строитель в каске желтой. Подожди, ящик для инструментов берем. Бейсбольная бита берем. Подожди, а ящик для инструментов я взял? Или не взял? Был ящик для инструментов, нет? Заберите все. Я пытаюсь забрать все, но как-то не очень получается. Можно даже немножко приблизить. Я могу вот так бежать и бить. Смотрится страшно, но удобно. Давай, побежали за мной, догоняй меня. Один готов. Вот, ящик для инструментов. Взял. Но это еще не все, что-то есть еще. Может, что-то здесь есть, еще вот здесь? Заберите все. Ну, забрать все, я взял биту. Я взял ящик для инструментов. Как это, один из двух? Я взял и то, и другое, мне кажется.
мусор. А здоровье восстанавливается. А здоровье, между прочим, восстанавливается. Мусор я беру. А, нужно вот что, вот, надо наводить, я-то думал подходить, а надо наводить на предметы, наводить курсором, и тогда будет видно, что это что-то, что вот, 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 вот. Руководство по выживанию в зомби-апокалипсисе. Сесе. Хорошо, взял, да? Соберите хлам. Добыча, включая хлам, скрыта по всему миру. Когда зомби убиты, они часто выбрасывают хлам. А как мне посмотреть? Дай хлам. Дай хлам. Вроде бы нет хлама. Как мне посмотреть ящик для инструментов, мусор и руководство? Как использовать? Ага. Могу крутить мир. Руководство по выживанию в зомби-мире. Введение основы управления ТФЕ зомби-бой. О, повернуть влево, вправо, подобрать, перезагрузить. Руки поднять, руки опустить, карта, пистолеты, мародерство, строительство. Ну, блин, это интересно. Но коротко. Ладно, пока мы будем собирать хлам. Пока просто бегаем, собираем хлам. Мне как-то вот эти вот напугали с штуки висячие. У него нет хлама. Но мне нужно для строительства нужен хлам. Я собираюсь остановиться здесь, в этом мире. А это что? Противорадиационный костюм? Крепкий парень. Но не крепче, чем я. Дамочка. Да? Группа поддержки. 4. Как-то они начали прям... Мне кажется, они прознали, что... Так спокойно. Я очень быстро могу терять жизнь. Очень быстро. Вы не можете лечиться, если голодны. А я не голоден. Я совсем не голоден. Может быть... Может быть, не стоит прям привязываться к этому месту, а просто побежать и посмотреть, где-то есть более интересные места. Тем более, я достаточно быстро могу передвигаться. Я просто, вот смотри, вокруг своей оси. Могу вертеться. Но это работа. Эта работа меня приучила так. Хочешь жить, умей вертеться. Вот я и верчусь. Круговая просто оборона. Ну и где что-нибудь, где? Ресторан нашел, да? Деньги кто-то оставил? Это не мусор, это деньги, вы что? Ну, наверное, в зомби-апокалипсисе это уже считается мусором. Ссором. Еда. Еда это не мусор. Не надо тебе сюда залазить. Сталь. Берем сталь. Это пригодится тоже. Ну, достаточно динамичная такая игрушка. Может, что-то и получится. Ну, вертится он просто отлично. Очень правдоподобно. 8 из 10. Уже почти. Уже почти полные карманы хлама. Осталось чуть-чуть. Осталось чуть-чуть, и мы можем строить. Я вижу оружие. Пистолет. Тактический, непростой. Еда. Что еще у нас? Мусор есть. Мусор есть. Мусор есть. Мне осталось найти один мусор и все. Кстати, тактический пистолет. Как-то можно эти предметы... Руководство по выживанию, посмотрите. Ну? Перезаряжай. Я нажимаю.
Почему нет перезарядки? Я R нажимаю. Я хочу стрелять. Кстати, инвентарь или что-то подобное. Да, я могу перемещать вот таким способом все. Но я перезарядить не могу пистолет. Это проблема. Может, здесь написано, как решить эту проблему? Ну, блин. Я не понял, как решить эту проблему, но я хочу найти хлам. Круговая оборона. Сканируем пространство. Никого нет? Никому. Вот посмотри, это что-то здесь. Увеселительные заведения. Счастливый палаточник, найдено место для строительства. Найдено место для строительства? Ну подождите, мне еще железо может надо или что-то еще пригодится здесь? Ну, шкафчики пустые, поэтому я сейчас бегу, просто бегу, 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 бегу. Бегает он тоже отлично. Бегу, бегу и кручусь. Просто круговая оборона. Никто ко мне не может подойти. Расстояние 60, 58, 50, 40. Мы все ближе и ближе к постройке лагеря. Постройте лагерь. Для этого нужно использовать инструмент. Я тогда его поближе перенесу. Инструмент. Хорошо. Требуется. Ну, во-первых, требуется уровень 0, сталь, мусор. Построить лагерь, в котором можно сохранять точку возрождения. Конечно. Лагерь построили. Так-то вы... Вот это не надо. У вас... Ко мне близко не подходите. Итак, третье. Дальше что я могу построить? Сохранить игру. Постройте забор. А, просто на клетку нужно, наверное, нажать и... Требуется мусор. Мусор здесь два. Слушай, ну тогда забор я, наверное, попроще буду какой-нибудь строить. Хотя, зачем я вот... Можно этот забор поломать? Можно ли этот забор поломать? Ну, наверное, можно убрать. Я просто забор построю вот здесь. Зачем мне такое? Этот периметр мне сложно будет держать. Оборону сложно будет держать. Мусор идет сам ко мне в руки. Это хорошо. Значит так. Значит так. Если что, снесем. Я думаю. Подожди, надо как-то крутить. О, забор может быть разный. Подожди, что я тут? Что я тут нагородил? Ладно, пойду пока за хламом. Постройте забор. Ну, надо так построить, чтобы он защищал меня, правильно? Тихо-тихо-тихо, умирать никак нельзя. Умирать нельзя. Строительство. Ну как-то это выглядит не очень.
Получите припасы. А где мне их получить-то? Тайники по всему городу скрывают боеприпасы. Тайники по всему городу скрывают... Ну вот... Ладно, подожди, давай вот... Я тебя прибью. И тебя прибью. Вот хочу бы со строительством этим, может быть, вот как-то... Развернуть... Это какой-то командир шагает. Разобраться со строительством-то. Ага. Ну что-то получилось, ну другой тип забора, но ладно, и так сойдет. Я думаю, что я побегу пока. Буду искать припасы. Было бы неплохо, если бы мне указали, где они могут быть. Ну сказали просто найти. Вот бегу и ищу. А у этого вот забор прям хороший. Вот это умеет строить, молодец. Но калитку надо закрывать. У собаки что-нибудь есть? Дом. Большой рюкзак. Это что? А, еще вот предметы у меня. Да, я могу... Я могу. Боеприпасы нашлись. Это они, да? И соберите хлам. Еще хлам нужно собрать. Ну, соберем. Так, мне интересно, я сейчас могу? Вот. Сейчас я могу. Руки вверх. Прошу вас стоять на месте и сдаваться. Не хотите? Тогда бита. На что-то еще я собираю хлам. Ну, наверное, на что-то еще построить. Боеприпасы. Отлично. Собираем. Еда. Кстати, да, я немножко даже и проголодался. Можно было бы и перекусить. Аппетита, правда, нет, но можно. Мусорок возьми. Еще один. Наша задача - это мусор. Как-то напряжение растет. В дом зайдем? Это не дом. Нет, это дом. Это дом. Здесь что есть? Сталь. Хорошо, возьмем сталь. Я думаю, что она в скором времени нам пригодится. Еще сталь. Надо, конечно, и пострелять попробовать. Так, подожди. Строительство строительной площадки уже. Постройте строительную площадку возле своего лагеря. Построить строительную площадку. Стоп, вот это было опасно. Это что такое? Почему вы так бегаете? Вы так не должны бегать. Вы быстрее меня не должны бегать. Вы что делаете? Вот теперь тактика обратного удара будет работать. Надо скорость чуть-чуть мне подсбавить и бить. Это хорошо, вот что я так могу вертеться. Это были опасные зомби. Так, строить строительную площадку. Где она? Это что? Контейнер для хранения вмещается. Это что? Костер. Вот строительная площадка. Это кирпичи просто. Соберите хлам и сталь. Хлам и сталь. Я построил строительную площадку. Я сейчас хочу попробовать, как я могу стрелять. Ох, как четкий был выстрел.
Какой был четкий выстрел? Просто с одного удара. Собираем. Ну, смена дня и ночи, наверное, есть, да? Ой-ой-ой, 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 опасно. Ну, медикаментов пока не надо, поэтому, может, они, конечно, в дальнейшем появятся, но пока... Так, еда, да? Можно было перекусить. Давай еще, чтобы голода у меня совсем не было. Десять пятнадцать. Мне кажется, темнеет. Плохо, что они ведут себя все одинаково. Но это может быть... Будет когда-нибудь изменено. А может нет. Зомби и зомби. А что? Они все одинаковые. Одинаковые повадки. Эх, еще один хлам. Всего лишь один. Стоять. Так, ну что ж, строим. Так, подожди, какой строим? Какой строим? Я не собрал. Я не собрал? Я думал, у меня уже 15. Сборка турели. Турель! Отлично. Ох, ребята, вот если бы вы останавливались на время моего строительства, было бы замечательно. Но вы мне не даете, конечно же, да? Вроде бы они потеряли ко мне интерес. Давай попробую построить турель. А как это... Блин, турель. Может, турель при взаимодействии со строительной площадкой там надо? Блин, надо от него избавиться. Да, вот. Уличный фонарь. Защитная турель. Отлично. То есть сначала строится строительная площадка, а потом из этой строительной площадки что-то можно построить. Ну, турель, я теперь здесь в безопасности. Пробуждение зомби. Построить радиовышку. А зачем мне их пробуждать-то? Строительная площадка и радиомачту. Радиомачта. Верстак. Ну это хорошо, я могу как бы заниматься своим делом. Никто меня не... Строительство процессора позволит производить сталь. Давай построим процессор. Почему бы не построить процессор? Блин, хлам нужен. А вот... Она убивает, но хлам выпадает или нет? Да, по-моему, хлам тоже сыпется. Это хорошо, это хорошо. Я могу просто подходить и собирать. Он куда-то пропал. Да. Странно. Странно все это выглядит. Это ночью, наверное, такие атаки начались, да? Ну, просто они идут и идут, не переставая. Скорее всего, да. Скорее всего, да.
4 хлама я насобирал уже. Пять, мне кажется. Строительная площадка. Процессор. Постройте пол. Подожди, надо уходить. Надо уходить. Их просто тьма. Тьма тьмущая. Это, наверное, ночь, да, так работает? Сказывается. Боже, там столько мусора. Успевай только собирать. Пока не исчез. Ну как все-таки процессор строить? Какой процессор? Верстак. Уличный фонарь. Так меня сейчас грохнут просто. Может, процессор в другом как-то строится? Беги! Найди безопасное место далеко от зомби. Да я не могу. Не хочу. О, бегун. С первого удара просто. Контейнер. Контейнер это не то. Верстак. А. Что за процессор? Непонятно, что за процессор. Непонятно. И сейчас вообще трудно разобраться. Нужно просто, может быть, бежать отсюда и собирать какие-нибудь предметы. Просто оставить базу. Пускай там они с турелькой танцуют друг с другом. А мне просто бегать, собирать ресурсы, железо и остальное. Может быть, сейчас этим нужно заняться. А потом уже... Когда придет день, а он уже, наверное, скоро придет, тогда уже и будет спокойнее, тогда, может быть, отстань. Тогда, может быть, уже узнавать, что такое процессор. Ну что ж, ладно, ладно. Я, наверное, все-таки... боеприпасы. Это хорошо. Я, наверное, все-таки закончу, конечно, на этом месте. Это все-таки демо-версия, да? Что-то поправится, что-то исправится, что-то станет понятней. Да? И разнообразней. Стоять, женщина. Интересно тут места. Много где есть побегать. Но пока что мало что можно сделать. Ну, в общем... Ух ты, кто это? Зомби-хот-дог. Отстань, ты что речишь такая, медсестра? Я столько мусора уже насобирал. В общем, все. На этом я закончу первый взгляд. Спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока-пока.